Öz faaliyet derneğimizin nümayişine başlayırıq. Kuda vı lezzeti. Ala, ged otur semişkanı sat. Tak ya im всегда говорю. İdi sidi, svoji semişki prodavay. И если, не дай бог, что-то будет, один на один, мы их элементарно на колени поставим. Если начнется их вторжение и так далее, обученность наших командиров сейчас не те времена. Ты думаешь, почему так последний раз стрельба, артиллерийская дуэль была, и столько погибло азербайджанцев? Потому что они не умеют делать расчеты, ведь стрельба с артиллерийских систем – это не автомат, пулемет целится. Там надо математические расчеты делать. И правильность от этих расчетов зависит, снаряд туда упадет или не туда. В этом плане армянам нет цены. Сейчас находимся на месте, где, видимо, колонна армянских артиллеристов пыталась развернуться. Но их непорядки были замечены с воздуха и уничтожены очень точными ударами. Не знаю, что за вооружение. Либо байрактары работали, либо артиллерия, но очень точно. Вот возле каждого автомобиля уничтоженного находится вот такая достаточно большая воронка, что говорит о том, что либо это высокоточный какой-то боеприпас корректируемый, либо работа с воздуха. Если начнется их вторжение и так далее, обученность наших командиров сейчас не те времена. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Bəlkə balaca bir antrakt elan edək. Antrakta ehtiyac yoxdur. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Yox canım. Başla. Benim qəşəy cücələrim. Mənim cücələrim bu ilə, bu da. İkisi də mənimdir. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!